Сегодня с вами будем готовить очень вкусное мороженое, йогуртное мороженое с йогуртом, настоящим йогуртом. Здравствуйте. Извините за шум, у меня тут сосед стрижет траву, очень шумно. Может, вам не очень слышно. Сегодня с вами будем готовить очень вкусное мороженое, простой рецепт, мороженое, йогуртное мороженое. Я обожаю этот рецепт, это очень вкусно и мое самое любимое мороженое. Смотрим, как приготовить эту вкусняшку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и начинаем готовить. А вы уже пробовали йогуртное мороженое или это первый раз? Попробуйте этот рецептик, он простой и вкусный. Если у вас не получалось мороженое и всегда оставались кусочки льда внутри этого мороженого, у вас получится, будет вкусно и 100% объедение. Нам нужно 4 йогурта натуральных, без добавок. Здесь где-то 400 грамм. Сливки 30%, 40 миллилитров, 100 грамм не сахара, нужно инвертного сиропа или по-французски сиро ду глюкоз, 25 грамм, стабилизатор для мороженого, стаб у нас 2000 называется, 2 грамма. Наложу наши йогурты и все вместе сюда и буду все перемешивать. Сливки, стабилизаторы, сахар, все перемешивайте. Вы уже готовили домашнее мороженое или это будет первый раз? И попробуйте вы рецептик мой или другой рецепт, который вы любите. Домашнее мороженое это всегда хорошо, быстро и не нужно бежать в магазинчик. Все дома есть, приготовили и дети рады, и вы Кстати, тоже. Какие ингредиенты наш там сахар, тоже? Глюкоза, это столовая ложка, я уже измеряла раньше, поэтому уже не измеряю, а ложу прямо. И сейчас доложим наш стабилизатор и будем все миксировать вместе. Вот такая эта пудра такая белая. Я ложу, это маленькая кофейная ложечка, 2 грамма получается. Вот так. Перемешиваем с миксером, это лучше, так как сироп глюкоз очень плохо перемешивается. У меня есть машина, делает мороженое. Я не знаю, как по-русски называется. У нас называется просто машина, которая делает мороженое. La glacière. Если у вас такой нету, конечно, это чуть труднее, но можно тоже сделать мороженое. Когда вы все приготовили, ложите в морозилку в лоточки, так сказать, закрываете лоточек и каждые полчаса перемешиваете ложкой. И так у вас тоже должно получиться хорошее будет мороженое. Где-то 4-5 часов спустя ваше мороженое будет готово. Смотря у кого какая морозилка, может даже 3 часа спустя мороженое можно будет уже кушать. Вы смотрите, иногда подсматривайте, когда оно не очень уже такое мороженое, как дерево, можно его кушать. Лучше кушать мороженое сразу. Оно очень вкусное и самое вкусное мороженое, которое приготовлено сразу. Кушайте его сразу, 100% вам оно понравится. Вы его съедите мигом. Я рекомендую. У меня машина делать мороженое. Я все смешала. И будем оно жидкое, и будем все заливать в нашу мороженницу. Залила все наше мороженое. Мороженница 50 минут, будет все готово. Вот так она перемешивает и морозит. Она будет высвечивать сколько градусов заморозки. Сейчас только она началась, программа. Мое мороженое готово. Сейчас будем дегустировать. Мое мороженое готово. Приятного вам аппетита. Мой лоток полный, как в магазине. Эту часть мы уже съели, а это ставлю в морозилку. Мой рецепт готов. Приятного вам аппетита. Супер хорошего лета вам. Теплых дней. И вкусного мороженого. Я знаю, что мы все обожаем мороженое круглый год, даже зимой его кушать. Вкусной дегустации.